Меня зовут Кужанов Александр Сергеевич. Мне 30 лет. Я хочу обратиться к нашему президенту Российской Федерации, к Путину Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, обратиться к вам за помощью. Меня вынуждает жизненная и трудная ситуация. В 2008 году я устроился в ОБДПС ГИБДД-1 УМВД России по Астраханской области. Работал инспектором ДПС. В 2010 году, 28 августа, я заступил в автопатруле в ночную смену несения службы. Около 2 часов ночи, на нас было совершено вооруженное нападение неизвестными лицами. В результате данного нападения я и мои напарники пострадали. Я получил за это нападение 7 огнестрельных ранений, 3 из которых в голову. И с 29 августа по 12 сентября я находился в коме в больнице имени Кирова города Астрахани. 12 сентября, как вышел из комы, меня экстренно госпитализировали в город Москву, в институт нейрохирургии имени Бурденко. Врачи, конечно, здесь в Астрахани, врачи города Астрахани и врачи города Москвы, конечно, боролись за мою жизнь, в результате чего я остался жив. Остался жив, но у меня остались последствия из-за этих травм. То есть у меня сейчас очень плохо со зрением. Меня не видит правый глаз. У меня плохо функционирует левая сторона. У меня имеется титановая пластина в правой части моей головы. У меня стала плохая память. У меня часто болит голова. Я сплю ночами плохо. Но в ноябре 2010 года, я вернулся с Москвы в город Астрахань. Проходил лечение здесь, на реабилитации. После чего уезжал обратно в Москву, в главный госпиталь МВД России, где лежал в офтальмологическом отделении, где мне пытались вернуть зрение, проделали несколько операций, но ничего не помогло. Все врачи утверждают, что зрение уже не вернуть. Был везде, в разных медицинских учреждениях, проходил комиссии. Но ничего мне доктора помочь не могут. Поправки моего здоровья. Из-за этого я был уволен из-за этих травм, которые я получил. При исполнении служебных обязанностей я был уволен с органов внутренних дел по состоянию здоровья из-за военной травмы. Естественно, до пенсии я не доработал. После чего, как я был уволен по приказу 29 сентября 2018 года с органов внутренних дел, я собрал все необходимые документы со своей поликлиники УВД по Астраханской области, собрал все выписки со всех медицинских учреждений, где я проходил лечение, где мне были проведены операции. Обратился в бюро медико-санитарной экспертизы по Астраханской области,
чтобы мне определили группу инвалидности. Прибыв туда, в это бюро, врачи посмотрели все мои документы, провели со мной беседу. Ну, мне отказали в определении группы инвалидности, пояснив то, что моих увечий, то есть все мои 7 огнестрельных ранений и те травмы, которые сейчас остались впоследствии, они недостаточны для определения группы инвалидности. Я, естественно, с этим был не согласен. Я обжаловал их решение, этих врачей, в этом же бюро. Мое обжалование рассмотрели, но также отказали. Я уже обращался во все инстанции, в прокуратуру, в Росздравнадзор, в Министерство здравоохранения. Обращался за помощью, чтобы мне помогли в определении группы инвалидности. Но всем не отказывают. Никаких толков нету. Никаких продвижений нету. Все просто разводят руками и отправляют в другие учреждения разные. Из-за этого сейчас, из-за этих последствий, которые у меня остались, я не могу найти себе работу, не могу трудоустроиться. Все разводят руками. Глаз у меня не видит, правый глаз. Левая сторона у меня не работает. У меня плохая память. У меня установлена титановая пластина в правой части головы. Я ночами плохо сплю. Шумы в головах, в голове. Я очень прошу, Владимир Владимирович, помочь мне в решении моей проблемы. Установление инвалидности. За эту травму, которую я получил на службе при исполнении служебной обязанности, работая в органах внутренних дел МВД по Астраханской области –